23 по поводу отмены строительства на земельном участке сзади дома номер 23. Многофункционального строительства, а потом уже пятиэтажного здания, что они там еще предложат построить. Наш дом 23 уже с подмытым фундаментом. Во дворе нашего дома на протяжении многих лет продолжаются аварийные ситуации с системой водоснабжения. Постоянно прорывают системы водоснабжения и затапливают подвалы нашего дома. Буквально с 1 по 10 не проходит недели, как не было там у нас наводнения, потопа. И, кстати, это происходит с тех пор, как у нас появились новые жилые комплексы в нашем дворе. Мы очень сильно переживаем за целостность нашего дома, за жизни наших людей. Нам никто не дал гарантию 100%, что с нашим домом и с жизнями наших людей будет все в порядке, что с нашим здоровьем будет все в порядке. Как происходит в городе, когда начинается какие-либо строительства, дают трещины дома, валятся лестницы, а не приведи Господь, еще и дом обрушится. Если похоронят жителей, кто за это будет отвечать? Киртуак или Грозава, кто поставил печать? Об этом тоже нужно подумать. Очень хочется надеяться, что советники все-таки думают о жизнях людей и о наших домах, которые мы имеем, о наших крышах над головой. Нам же никто не даст другие квартиры, если наши дома обрушатся. Кто нам купит другое жилье? И кто подумает о наших детях и о наших жизнях, и о наших судьбах в дальнейшем? Очень хочется надеяться, что вы действительно думаете о людях и о судьбах людей, которые уже живут в домах. А новые дома можно строить, есть земельные участки, можно строить целые районы. Пожалуйста, благоустраивайте. Не нужно вредить нашим домам и нашему здоровью. Уну, рок Софию, он скрест кулуары, де кувынт, ла сфаршиту шединцы. Уну, дуэй. Noi avem pregătit un proiect de decizie, când va fi următoarea ședință, noi vom insista ca să fie inclus pe ordinea de zi, așa ca să ajutăm acești oameni ca să nu vină tot felul de bădărani peste ei.